Юрик, это ты? Юрик, ты там? Юрик, ответь мне, ты там? Юрик, ответь мне, я тебя прошу, ты там или нет? Но я же слышу, что ты там, Юрик. Юрик, я же слышу, что ты там. Ответь мне, ты там или нет? И все. Ответь мне, ты там или нет? И все. Юрик, ты там? Юрик, я тебе последний раз говорю, ты там? Я же слышу, что ты там, Юрик. Скажи мне, ты там? Ты посмотри, что делает, а? Я говорю, ты там? Юрик, ты там? Юрик. Я там. Почему сразу не отвечал? Люся. Да? Я тут это... застрял в лифте. Люсь. Кто? Я застрял в лифте, Люсь. Но ведь я сказки слышал уже. Ну, а почему я здесь, а ты там? Ответь мне. Потому что я застрял и не могу выйти. Да? Никто не застревает, не застревает, а ты у нас опять застрял, правильно? Я застрял, потому что так... Что так? Так случилось, что лифт между этажами остановился. Что мы говорим? Да? Да что мы говорим? Ты во сколько из дома ушел? Это из дома? Да. В два... Ты ушел в два ночи, правильно? В два утра, Люся. Два утра. А сейчас сколько время? А сейчас, Люся, поздновато, ну... Да. А что ушел? Мусор выносить. А ведро с тобой? Я говорю, ведро с собой? Люсь, слышишь? Да. У нас такое позорное ведро, значит, я, когда пришел, я самый позорный был с нашим ведром. И я его при всех взял и выкинул. Люсь, надо от позора освобождаться. Люся, да купим новое ведро, понимаешь, Люсь? Ты зачем мое любимое ведро выбросил? Люсенька, оно было уже... Я тебе сказал, ты зачем выбросил ведро? Ты сказал, ты слышишь меня? Люсь, оно... Я тебе сказала, почему выбросил ведро. Оно... Люся. Что, оно... Люся? Оно было дырковатое. Какое? Дырковатое. Открой дверь, я тебе сказал. Не могу открыть. Открой дверь, я тебе сказала, быстро открой дверь. Люся, купим новое ведро. Возьмем и купим. Или у мамы моей возьмем. На какие ты шиши ведро будешь покупать? У мамы моей два ведра в деревне. Во Владивостоке. Ты поедешь в деревню. Открой дверь. Открой дверь быстренько. Люсь, ну как ты не можешь понять, Люся? Я здесь в состоянии застревания. Не открывается дверь. Я все кнопки жал, все жал. Не открывается. Ты мне не дури там. На 15 опять ездил? Нет. Нет, Люся, ты что? Не успел? Ой, слушай. Люся, Люся, я... Когда вошел и не вышел. На 15-й ездил. Люсенька, не успел. Нет, я хотел съездить, ну, я хотел на 17-й. На 15-й ездил. Люсь, да. Я хотел маршрут. Открой дверь, я тебе последний раз. Люся, сказала. Я хотел... Открой двери. Послушай я меня. Я тебе последний послушай, раз. Послушай, Люся, я хотел проверить маршрут. Думаю, скоро отпуск. Ты сама говорила, надо куда-нибудь съездить. На 17-й. Нормально. Почему меня не взял? Путешествие. Я говорю, почему меня не взял на 15-й? Люся, ты спала? Почему меня не взял? Ты спала? Почему не разбудил? Я не стал тебя будить, Люся. Думаю, разбужу тебя. Себе же хуже. По-моему, там женщина. Да ты что, Люся? Ну ты же смейся. Я здесь один, клянусь, я Люся. Я же слышу женщину. На каком этаже произошло застревание лифта? Точно женщина. Люся. Открой немедленно. Да это по работе, женщина. Открой, говорю, немедленно. Женщина, спустите меня на первый этаж, спустите. На каком этаже, спрашиваю? На первых этажах произошло застревание. Где-то между первым, вторым и первым. Я сказал, Юрик, открой двери. Открой двери, я тебе сказал. Я же слышу, там женщина. Мужчина, открой двери. Тихо, тихо. У меня смена
заканчивается. Люся, у меня смена заканчивается. Открой дверь. Я здесь буду куковать буду, Люся. Ку-ку-ку. Ку-ку. Люсенька, ты вот сейчас я на тебя смотрю, и ты, Люсь, ты мне можешь не поверить, Люся. Как я тебя люблю, Люся. Я тебя очень, Люся, люблю. Ничего не хочешь мне сказать? Хочу, Люся. С наступающим тебя 8 мартом. В 2 часа обед. Попробуй опоздать. Люся. Судя по всему, обед будет праздничный.